Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. У микрофона ведущий Саргалана Антонова. Сегодня, 24 мая, в России и славянских государствах отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник был возрожден в нашей стране в 1986 году, а в 1991 году ему был присвоен статус государственного. В день памяти святых братьев Кирилла и Мефодия торжественные мероприятия проводятся во всех регионах России. Конечно, не стало исключением и наша республика. Праздничные концерты, выставки, классные часы проходят сегодня во всех улусах и городах Якутии. Вот уже почти 4 века мы, якутяне, говорим на великом русском языке. Он объединяет все народы, проживающие на территории нашей республики. Не зря народная мудрость говорит: в песнях живет душа русского народа. Именно благодаря огромной любви к песенному наследию государевых ямщиков русской песни и существует удивительный, яркий, самобытный творческий коллектив – ансамбль «Имские бубенцы». Несколько раз в неделю, отложив все дела, спешат участники этого коллектива на репетицию. Они всегда на подъеме и с искорками радости в глазах. И что примечательно, сегодня они пришли к нам в гости. Давайте познакомимся с ними. Это художественный руководитель ансамбля «Имские бубенцы», отличник культуры нашей республики, заместитель председателя Республиканской общественной организации, потомки государевых ямщиков Ирина Егоровна Стрекаловская. Добрый день. Добрый. И еще я поприветствую участников ансамбля, с которыми мы непременно познакомимся во время нашего разговора. Приветствую вас. Здравствуйте. Ой, под липой, под липой, да под кудрявой зеленой, под кудрявой зеленой, да сидел молодец такой. Под кудрявой зеленой, да сидел молодец такой. Сидел молодец такой, да не женатый холостой. Сидел молодец такой, да не женатый холостой. Не женатый холостой, да держал гусли под полой. Не женатый холостой, да держал гусли под полой. Ой, полой, 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 да под правою стороной. Ой, полой, 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 да под правою стороной. Вы сыграйте гусли мысли, я вам песенку спою. Вы сыграйте гусли мысли, я вам песенку спою. Я вам песенку спою, да про женитьбу про свою. Я вам песенку спою, да про женитьбу про свою. Как женили молодца, да в чужой дальней стороне. Как женили молодца, да в чужой дальней стороне. В чужой дальней на сторонке Макарянской ярмарке. Чужой дальней на сторонке Макарянской ярмарке. Макарянской ярмарке, да у Сафронова купца. Макарянской ярмарке, да у Сафронова купца. У Сафронова купца, да потерялась дочка. У Сафронова купца, да потерялась дочка. Ой, дочка, 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 да
что не маленькая. Ой, дочка, 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 да, что не маленькая, она 100 рублей не стоит, мало 1001. Ой, под липой, под липой, да, под кудрявой зеленой, под кудрявой зеленой, да, сидел молодец такой. Ирина Егоровна, несколько слов об этой песне. В чем ее уникальность? Да, уникальность этой песни в том, что она у нас в репертуаре самая старинная. Она привезена нашими предками в 18 веке, когда основали Иркутско-Якутский почтовый тракт. Мы гордимся тем, что мы являемся носителями старинной русской ямщицкой культуры. Но эта песня еще прямо как рассказша, и она у нее трагическая судьба. Это песня о том, что на Макаринской ярмарке в Нижегородской области старинной потерялась дочка купца. И ее потом нашли, к сожалению, убитой. И вот этого парня, который собирался на ней жениться, вот заподозрили, что он убил ее. Ну, в общем, такая трагическая судьба этой песни. Хорошо. Давайте теперь все-таки поговорим о вашем ансамбле. Да? Когда, где и как началась его история? Ну, мы создали в Якутске ансамбль «Ямские бубенцы» в 2013 году. Октябрь 2013 года – это год нашего рождения. И в этом году мы отметим 9 лет. Но именно эти песни мы начали петь уже давным-давно, когда большинство из нашего коллектива жили в Синске, Хангаласского района. Мы были участниками народного самодеятельного коллектива «Реченька». И когда я переехала в Якутск, и здесь были у нас Галина Николаевна Киселева, Антонина Семеновна Кузьмина, и благодаря вот тем, что вот носители культуры здесь находились, я решила, что надо здесь создавать свой коллектив. И это у нас неплохо получилось. У нас ансамбль действует, и нас знают, любят, думаю. Хорошо. Сама история государевых ямщиков, конечно же, началась, как мы знаем, в 18 веке, да, когда ваших предков сослали на государеву службу, когда начиналось освоение сибирских земель. Расскажите, пожалуйста, о своих предках. Да, кто они, откуда родом, как они здесь жили, как работали, как создавали семьи? Ну, в нашем коллективе все из разных ямщицких станций. А ямщицких станций было от Якутска до Иркутска 126, а в Якутии 63 почтовые станции были. Ну вот наши станции это в основном Оймуранская, Аддабанская, Синская, да, Иланская. Иланская. Вот эти станции, вот Исицкая еще почтовая станция, вот здесь мы сидим из этих почтовых станций. Но мои предки сосланы из Ярославской губернии и основали станцию Оймуранская в 1778 году. Это более поздняя станция, потому что она, ну как, была основана как промежуточная станция. Вначале было по тракту всего 28 станций, представьте, да? И от одной станции до другой были очень большие километры. Но потом поняли, что это для лошади, для ямщика это очень сложно. И построили уже промежуточные станции. И вот Прокопий Филиппов из Ярославской губернии, он основал Оймуранскую почтовую станцию. Он родил 12 сыновей. И фактически все Филипповы, наверное, Якутии, его предки. Потому что на этой станции всегда почему-то рождалось много мужчин. И мужчины, естественно, вот близко не женились, а они ездили за невестами в Вилюйские, Горные Улусы. И вот эта фамилия Филипповы, вот они первыми из ямщиков, они женились на якутках.
Здорово. Да. Угу. Хорошо, давайте слово передадим другим участникам ансамбля. Да. Ну, я расскажу. После Оймурана как раз идет станция Синская. Ну, Синская станция очень давно. Она основана на 1743 году. Вот сначала приехали в этот Синск, в эту станцию Соловьёвы. Говорят, Соловьёв приехал со своими сыновьями, и они вот обосновали, вот станок назывался раньше, вот эта местность. Ага, вот они приехали, кстати, с Ярославской губернии, и вот говорят люди до сих пор, даже вот диалект ярославский остался. Вот, например, они, как, ну, в общем, такие лук накрошить-ка те, вот так, такими те, с этими частицами они как-то так разговаривали. То есть сохранился голос? Да, сохранился, да, русский. Немножко диалект. Uh-huh. Ну вот, а Кузьмины, я поскольку представляю Синскую станцию Кузьминых, потому что тоже я родственница Кузьминых получаюсь. Uh-huh. Так, они приехали в Синск в 1891 году. Это очень большая дружная семья Кузьминых. Кузьмина, он приехал с тремя тоже сыновьями. И вот они обосновались прямо на берегу реки Синей. И вот говорят, пишут, что приходом их, в общем, жизнь ожила вот это на берегу Синска. Они были такие, но они не мчиками присланы были, сосланы. Они как пашенные крестьяне. Они должны были... То есть занимались сельским хозяйством. Наделены они сразу вот хлеба, вот такими полями, сенокосными угодьями. И вот они занимались долгое время вот этим, в общем, выращивали хлеб, даже они обслуживали область, говорят, и вот и всех ямщиков, все деревни, и даже вот продавали они как-то так предпринимательством они. Ну вот, это Кузьминых приходом еще, они до этого были такие ветхие дома, в землянках некоторые жили, вот Соловьев, например, приехал сразу, в землянке жил. А вот Кузьмины, у них были, говорят, такие добротные дома начались, они пятистенные дома. Вот как-то шаровидные у них эти крыши на домах, говорят. Но то есть они привнесли да, свое это, да, множество, свое, строительство. Ага, и вот они говорят, ну, сейчас, к сожалению, не сохранились вот эти строения, но рассказывают. Вот. Ну, а я про себя. Да, Кузьминых, да. Как вас зовут? Меня зовут Антонина Семеновна Кузьмина. Я девичья Иванова. Я вообще родом из Сунтар. Приехала я в 70-м году прошлого века. Я учительницей работать в Синскую среднюю школу. И там вышла замуж за потомка ямщика Кузьмина Василия Алексеевича. И обосновали свою семью. Да. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня, в День славянской письменности и культуры, у нас в гостях хранители песенного наследия государевых ямщиков. Ансамбль «Ямские бубенцы» под руководством отличника культуры Республики Саха-Якутия Ирины Егоровны Стрекаловской. И мы говорим о том, как хранятся традиции ямщицкой культуры, как коллектив работает над пополнением своего репертуара, а также о том, как привлечь нашу молодежь к песенному творчеству. Были мы, в хороводе были мы.
получаю истинное удовольствие от живого звука. Ну что же, мы продолжаем рассказ о предках. Добрый день, меня зовут Терешка Оксана Григорьевна. Мои предки Соколовы из славной деревни Еланка. И вот в 1830 году между Тойонары и Титары появилась промежуточная станция под названием Еланская. Такая красивая, место выбрали и название дали наши предки. И получается, в 1772 году самого первого Соколова, получается, Ивана Соколова, сосланного из Костромской губернии, поселили в Табагу. И потом вот его сына Алексея Демьяновича вот отправили в Еланку с тремя сыновьями. Вот наш род оттуда и появился. И, ну, наши ямщики, сами знаете, какой тяжелый труд у них был, да. Они и мерзли, и умели и петь, и плясать, как говорится, и работать. Они и пахали. Почему нас говорят пашеные, баганайдар? Mm-hmm. Вот, пожалуйста, они занимались хлебопашенными, сенокосными. И самое очень тяжелое – это раскорчевка земли. Вот до сих пор эти пашни сохранились у нас в Еланке, в Лоханане. И благодаря их упорному полуторавековому труду вот утвердили землепашество в Якутии, можно сказать. Ну, жизнь стекла своим чередом. Наши ямщики участвовали и в Первой мировой войне, и в Отечественной войне. И я хочу гордо сказать про своего деда Соколова Николая Степановича. Это один из братьев пятерых Соколовых, которые дошли до Берлина и вернулись в 1946 году живыми. Все живы. Да, самое главное. Да, вот самое главное. Но жизнь не стояла на своем месте. И вот наша Еланка попала в среду вот неперспективных деревень. Она была вот колхоз «Подарок октября», по всем показателям очень преуспевающий колхоз. Пожалуйста, закрылись детский сад, школа, клуб, да, и все. И народ стал переезжать в город, в соседние деревни. Но, несмотря ни на что, мои предки были очень веселыми, трудолюбимыми. И вот рассказывали, как моя бабушка Соколова Фёкла Викторовна и вот дедушка, который с войны пришел, Николай Степанович, осенью проводили вот соколовские гуляния. И вот и хозяйка Фёкла садилась вот так и начинала песню «Ой, при лужке, при луне». А в это время молодежь, они не сидели дома, они тоже хороводы свои играли. И вот даже один хоровод они под свою фамилию назвали. Мы вот с Ольгой Артамоновой, тоже с Еланской станции, ну, кратенько споем. Пожалуйста. Соколовская береза, береза, посреди поля стояла, стояла. Она ветками шумела, шумела, золотым венцом веяла, веяла. Гуляй, гуляй, молода, гуляй, девица, раскрасавица, то не душка моя, то невеста моя поцелует меня. А сейчас все знают Еланку. Еланка стала туристическим. Там можно и порыбачить, и походить. Но я очень горжусь, что наши предки оставили нам столько истории. Моя мама живет, Тимофеева Наталья Николаевна, в Лоханане. Ее сестры живы. Они моим, ну, нашим детям, внукам рассказывают свою историю. Пожалуйста, приезжайте в Еланку. Ямщицкое подворье.
Спасибо. Ну что же, мы продолжаем знакомиться с участниками ансамбля. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда Владимировна Егорочкина. Я представляю сегодня с гордостью три ямщицкие фамилии: Якушева, Филиппова, Кузьмины. Ну вот хочу рассказать про своих предков Якушевых, которые прибыли на Синскую почтовую станцию в 1772 году из Ярославской губернии. Мой прародитель Карп Якушев, который родил Алексея, Алексей родил Федора, Федор родил Ивана, и вот дальше родился мой прадед Якушев Николай Иванович в 1884 году. В 1905 году он женился на девушке из соседней деревни, из ямщицкой семьи, Факи Факича Филиппова, вот бабушка Марфуша, Марфа Фокична. Вот. Родили они 8 детей, 4 сына, 4 дочки, в том числе и моего деда Прокопия Николаевича. Нам рассказывали, что прадеда в народе называли «Юсь-Харах». Три глаза, значит, он очень метко стрелял. Вообще вот род Якушевых очень удачливые охотники, рыбаки, пушнину добывали. И, ну, и сейчас продолжают, кто в деревне живет. Вот. А бабушка, она стряпала очень вкусный хлеб. Вот мой дедушка Прокопий Николаевич, участник Великой Отечественной войны, вернулся живой и здоровый, создал семью, женился, в свою очередь, на дочери тоже из ямщицкой семьи Кузьминых, Ефросинии Константиновны. Тоже родил 8 детей, 6 сыновей и 2 дочерей, вот, в том числе моего отца. Вот. И я, как участница ансамбля, очень много истории узнаю от своих вот, наших участниц, и стараюсь передать вот эту память, записываю, что могу. Очень важно. Да, угу. И думаю, что вот надо самое главное передавать и рассказывать своим детям о том, кто мы такие, откуда мы родом. То есть прививать ямщицкую культуру, сохранять ее, да? Да. Надежда Владимировна еще стихи пишет. Как здорово. Да. Ага. Каков средний возраст вашего коллектива и сколько лет самому молодому и самому почтенному участнику ансамбля? Ну, мы, конечно, находимся в числе коллективов возрастных. У нас самая молодая участница, которой 94 года, Татьяна Митрофановна Филиппова, легенда нашего коллектива. Ветеран тыла, вдова ветерана войны, почетный потомок государевых ямщиков. У нее тоже очень интересная жизненная история. У нее бабушка была повитухой. И они пять сестер. Вот у них старшая сестра умерла в 96 лет. 96 лет, они долгожители. Именно, я почему-то думаю, что именно бабушка у них принимала роды вот в Титарах, вот этих якутских деревнях, которые рядом. Мне кажется, это дало жизнь вот их, ее вот потомкам. Я, например, так думаю. Ну, Татьяна Митрофановна, 94, но потом идет у нас Галина Николаевна Киселева, тоже носитель-хранитель нашей ямщицкой культуры. Она вот в данное время в Синске, ей 80 лет исполнилось. Ну, остальные 70, 60, 50, ну, вот так. Ну, средний возраст у нас где-то 65 получается. Хорошо, с учетом всех старожилов, да? А как создается вообще репертуар коллектива, да? Носители, хранители ямщицких традиций? Ну, с репертуаром нам, конечно, повезло, потому что мы поем только те песни, которые исполняли наши бабушки, прабабушки, и которые сохранились до нашего времени. То есть это вот почти 3 века? Да, эти вот, которые мы песни поем, и мы знаем, чувствуем, какие самые старинные, да, которые чуть немножко поближе вот к нашему, ну, началу 20 века, может быть. Но с репертуаром нам повезло, вот благодаря нашим бабушкам. И теперь у нас уже есть песенник наших песен. Они на ноты написаны. До этого-то никто не знал наших песен, а теперь они все будут знать, петь, думаю. Но своеобразное наше исполнение, мне кажется, никто не может повторить, потому что из этого песенника с Ленска приехали ребятишки, ансамбль, и пели вот одну нашу ямщицкую песню. Но совсем по-другому получается, не так, как мы поем.
Хорошо. Есть в вашем коллективе и мужчины? Несколько слов о них, пожалуйста. Ну, мужчины, как во всех коллективах, у нас драгоценность. Ага, потому что привлечь мужчин в ансамбль певческий, мне кажется, приходят сюда истинно вот любители песни старинной, истинно какие-то вот другие мужчины какие-то, они приходят в наш коллектив. Ну, у нас в коллективе был Козлов Владимир Дмитриевич из Благонехтатской почтовой станции. К сожалению, он сейчас плохо себя чувствует и не ходит в вот ансамбль. Вот мы очень жалко. Очень красивый голос. И вот. Ушел Петров Афанасий Федотович. Ну, сейчас у нас охраняет Филиппов Афанасий Степанович. Он уже с самого начала вот, создания нашего коллектива. И вот он держится крепко. Думаем, и будет всегда с нами. Ну и сегодня, и время от времени к нам приходит Филиппов Клементий Николаевич, потому что без гармошки нам тоже очень сложно. Он работает, у него дел много, но все равно находит время и к нам приходит и выступает вместе с нами. Ну это действительно здорово, дорогие друзья. Сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня у нас в гостях ансамбль «Ямские бубенцы». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня, в День славянской письменности и культуры, у нас в гостях хранители песенного наследия государевых ямщиков. Ансамбль «Ямские бубенцы» под руководством отличника культуры Республики Саха-Якутия Ирины Егоровны Стрекаловской. И мы говорим о том, как хранятся традиции ямщицкой культуры, как коллектив работает над пополнением своего репертуара, а также о том, как привлечь нашу молодежь к песенному творчеству. Итак, предоставляем слово прекрасной половине мужской коллектива. Пожалуйста. Я песню спою, которую пели солдаты Первой мировой войны, как служили. Вы послушайте, стрелочки, а я вам и песенку спою. Ой, ли, ой, да люли, а я вам песенку спою. Я вам песенку спою, да, про службиношку свою. Ой, ли, ой, да люли, про службинушку свою. Мы 3 года прослужили, ни о чем мы не тужили. Ой, ли, ой, да люли, ни о чем мы не тужили. Стал 4-й наступать, стали думать и гадать. Ой, ли, ой, да люли, стали думать и гадать. Стали думать и гадать, да, как бы дома побывать. Ой, ли, ой, да люли, как бы дома побывать. Как бы дома побывать, да, отца с матерью видать. Ой, ли, ой, да люли, отца с матерью видать. Отца с матерью видать, да, с молодой женой поспать. Ой, ли, ой, да люли, с молодой женой поспать. С молодой женой поспать, да, хоть разок поцеловать. Ой, ли, ой, да люли, хоть разок поцеловать. Получили мы приказ, да, нашему полку запас. Ой, ли, ой, да люли, нашему полку запас. Получили мы другой, да, нашему полку домой. Ой,
бабушке столбовой. Ой-ли, ой, да люли, по дорожке столбовой. Ой-ли, ой, да люли, по дорожке столбовой. Здорово, спасибо. Одна из наиболее важных миссий вашего творческого коллектива – это то, конечно, что благодаря ему молодые учатся сохранять культуру предков. Я права? Ну, конечно. К сожалению, вот именно народная культура, она не интересна молодежи. Но мы это не унываем, не теряем оптимизма, потому что человек все равно рано или поздно приходит к своим корням. Вот, вот перед вами сидят люди, которые очень интересуются своими корнями, делают свое родословное древо. И все-таки молодое поколение к этому тоже придет. А вот наша задача – сохранить вот эти песни, чтобы они остались вот нашему новому поколению. Угу. Но, тем не менее, я вот знаю, что уже есть молодежные, даже детские коллективы. Ну да, молодежные и детские коллективы есть. Вот Покровский есть молодежный коллектив, который... Ямщицкого перезвона, там детский коллектив еще есть, у нас молодежный коллектив «Ямская гармонь» тоже действует. Но все равно привлекаются молодежь во все коллективы ямщицкие, и мы этому рады очень. Ну вот мы видим, что действительно взаимопроникновение культур происходило вот на протяжении почти трех веков. Мы видим, что смешение у нас происходило корней между русской и якутской кровью. Очень красивые потомки, я смотрю. Но тем не менее, вот я знаю, что вы владеете одинаково хорошо и русским языком, и якутским языком. И еще вот проводите огромную работу по сохранению именно ямщицкой культуры. Ну, родной язык якутский, так говорят потомки ямщиков, потому что они выросли на якутской речи, на якутских песнях, они очень красиво поют якутские песни. А, ну, я не знаю, вот дальше, то, что мы знаем якутский язык, это вообще большое богатство, потому что мы являемся носителями двух культур. А когда человек знает другую культуру, он очень бережно относится к своей, чтобы она не потерялась, чтобы она жила. И благодаря нашим бабушкам, прабабушкам, вот все-таки на генной памяти они пытались сохранить вот это все. Потому что, ну что делать вот зимними долгими вечерами, да? Сидеть и напевать эти песни. И они вот передавались, передавались и остались вот до наших времен. Это здорово. Mm-hmm. Костюмы ваши такие яркие, сочные, красивые. Я знаю, что они тоже созданы по традициям предков. Да. Ну, мы стараемся наши костюмы не делать яркими, потому что это крестьяне, которые прибыли с Центральной России, это, конечно, были небогатые люди, поэтому мы стараемся всегда вот постельные тона, сильно много никаких там такого яркости не добавляем. Ну, хотим, чтобы это было похоже на наших бабушек, когда они носили вот эти праздничные наряды. Вот все-таки в церковь они вот другой передник одевали, платок другой одевали, когда выходили вот на праздники. Вот традиция повязывать таким образом платки. Да, и вот обязательно вот, вот под платком должен быть еще платок. Ну, вот это тоже вот сохранилось, это русская культура. У женщины русской никогда волосы не должны быть видны. Яркие бусы. Да, и бусы, конечно, потому что... Босы, это тоже для русских женщин, это тоже было оберегом, как Илинка Бегер у якутских женщин. Тем больше бус, тем больше они тебя оберегают. Я знаю, что за эти годы ансамбль неоднократно выступал, конечно, ездил по всей республике. Сколько улусов вам удалось посетить? Да, мы посетили 17 улусов. Мы не были только в северных районах, потому что далеко, потому что деньги, конечно, там большие нужны. Да, 17 улусов. И кроме этого мы побывали, выступили в Москве, Ярославской области, в Иркутской области, в Забайкальском крае. Первый наш выезд был. Так, еще в Крыму. В Крыму мы выступали на фестивале. В Нижнем Новгороде мы выступали. Потому что нас...
очень удивляется нашему вот ансамблю, да, потомки ямщиков. Приезжала Матвиенко, мы встречали ее на ботами, и она никогда не думала, что здесь, на краю земли, живут потомки ямщиков. Она была очень растрогана, аж в глазах вот это слезы, и она вот так сказала, и вместе с нами плясала в хороводе были мы. А вот когда вы ездите на гастролях, бывает так, что исполняют песни из вашего репертуара? Или, ну, в есть России? Какие-то, да, может быть, параллели? Ну, мы были на фестивале семейских, международный фестиваль «Семейская круговая», и мы были удивлены, что семейские, вот Забайкалье, Бурятия, они поют тоже наши песни. Мы были сосланы почти, и семейские, и ямщики, они были сосланы в одно время, в середине 18 века. И привезли вот одни и те же песни. Вот это «Хороводе были мы», вот этой песней они начали свой фестиваль. Но они поют протяжно, очень медленно, вот хороводит, и вот «Хороводе были мы», ну вот такой, да. И еще одну песню, я вот забыла, еще одна песня тоже, они эту песню тоже знают и поют, вот все равно одна Россия. Хорошо. А с давних пор, конечно, на Руси наши далекие предки, живя в суровых условиях, постоянных трудах, заботах о хлебе насущном, любили, ценили праздничные дни. В городах, деревнях с большим размахом проходили народные гуляния. А какой праздник на Руси без песни и пляски, да? Вот каким образом удается сохранять вот эти песни, которые вы поете уже почти 3 века? Ну, когда идут посиделки, когда идут вечерки, так они назывались, конечно, душа народа, она выплескивает все, что у него есть. И в душе народа живет вот эта русская песня, русский пляс, русские частушки. И как, ну, вот, как они немножко выпьют этой своей браги, да, немножко так раскрепостятся, и начинается песня. И до сих пор вот в деревнях они вот сидят и напевают. Они, бывает так, что они вытаскивают вообще песни, которые мы вообще не знаем, а вдруг у них вот какая-то бабушка начинает петь вот песню, которую мы не слышали еще, понимаете? Вот, и все это выходит, 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 и мне кажется, это будет продолжаться. И все эти пласты вскрывают. Да. Да? Ну что же, и я думаю, мы завершим наш разговор сегодня в праздничный день еще одной песней, давайте, которую вы подарите нашим телезрителям и радиослушателям. Просто сеяли, сеяли, ой, дела, да сеяли, сеяли. А мы просто вытопчем, вытопчем, ой, дела, да вытопчем, вытопчем. А чем же вам вытоптать, вытоптать, ой, дела, да вытоптать, вытоптать. А мы коней выпустим, выпустим, ой, дела, да